привет! Это мой очередной блог, который снимает моя любимая операторка Тамара. Знакомьтесь, моя подруга Катерина Юнчик. Катерина Юнчик является дизайнером. На сегодняшний день у Катерины очень много наград. Участие в больших показах, таких как «Неделя моды в Париже». Да, это было очень на самом деле. Просто поздороваться. Мы просто иногда мы осознаем, что знания все-таки очень сложно танцевать. Так, удали это, пожалуйста. А там же что есть? Бургер Кинг. Зачем? Зачем просто? Нашего университета, нашей страны, чтобы ты и вообще нашей вселенной. Не обращайте внимания, эти хейтеры, завистники, как бы. Со мной рядом сидит опоссум Наташа. Опоссум, скажи, что она сказала, что ты классная. Как говорят опоссумы. Ты можешь себя раздать билеты. Там моя Лена. Почему ты не снимаешься? В смысле? Скажи, нету посыма Наташи. Белые розы, белые розы, беззащит наши рыб. Что за тело, снег и морозы, лёд от никому. Знакомьте сюда моя подруга Мария Власова, известная под никнеймом Марика. Марика является создателем цвета, который сочетает в себе нежность, превосходство, часто восторг, волшебство. Угадайте, какой цвет. Когда последний раз красил? Вам будет понять. Нет, это не серый. Это розовый. Голубой. Это на геях, на геях. Ну что, готова? Да. Это помада. Классно. Это вот вчера решила помочь, какая мне хочется. Это новый видеоблог? В общем, я, наверное, вечером. Главные герои. Как всегда, я. Наташа. Все уже до пяти типа. И все. И Тамарелла на камере. А мы с каким? Мы тоже свой. Передай привет. Привет. Что успеешь, пойдешь на лекцию. Все-таки тебя закрывает? Я знала, что когда-нибудь это всплывет. Ну, не у вас. Сегодня вы попали в салон красоты. На салон красоты. Салон красоты кошка подрезная. Да, странная. Как видите, у нас натуральные волосы с вшами, блохами и прочими. Так, вперед, смотри, козявками. Мы их расчесываем, потому что нам это нужно. Блохи сыпятся, как вы видите. Ох, блох на вас. Кто лайк не поставит, от того блохи будут. Подписались на мой инстаграм. Знакомьтесь, наша подруга Катерина является гуру причесок. Как видите, идет самая лучшая прическа, которая у нее получается. Это вот у вас прекрасный пучок. Спасибо! Я не знаю, что вырастает.
Тамара, ты будешь что-то на YouTube? Конечно. Бабка, мы собираемся, типа, стоять на поле, а записка машина. Ты снимаешь уже? У нас уже есть запись? Нет, у меня нету запись, потому что ты плохая подруга. А я тебе не подруга. Роза, а. Это у меня нет хуйни восьмикай. Да ладно, убирают. Гордись, пока я рядом. Скоро с тобой гуляю. Ага, это я скоро уже приезжаю. Куда, Тамара? Нахуй, кто приезжает. В Карелию? Я не говорю, что я... Не надо. Карелия — лучшая страна в мире. Давай, Камилла, Камилла. Сегодня я вам покажу дикую пантеру. Что? Сегодня мы должны сдать курсач. У кого готов курсач? Дай привет себе в будущее. Какие цели ты ставишь на жизнь через 30 лет, посмотрим? Сдать курсач. И сразу такие. Наташа, Апостол и Камилла. Красавица. Ты или я? Ты. Почему? Только вас. Спасибо. У тебя новый телефон? Нет. Мне новый чехол. На вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положить на него. Да, шутки, конечно, у нас не то, что такие же плоские, как что? Как ничего, Наташа? Действительно, ничего. О, молоко из... Камилла, не надо делать это тупое лицо, пожалуйста. Получается, да? Ну ладно. Ловушка, не смотрите ее! Наша ложа застелю. Не надо ничего, пожалуйста. Я люблю тебя до слез. Реально, это все наклевывается. Гоу к нам на туз. Гоу, ты устраиваешь вписку? Да, вписка. Пиши адрес. Я скину тебе в директ. Ох, блох на вас. Кто лайки поставит, у того блохи будут. Ловушка, не смотрите ее!